данном кадре мы видим стойку с двумя мисками, которая на сайте shinshilka.ua идет под кодом 0972. Миски металлические, по объему занимают 4,5 литра. В одну миску рекомендуется насыпать сухой корм для собак, а вторую наполнять питьевой водой. Размеры данного стояка 38 на 34 на 60 сантиметров. Данный стояк имеет очень удобные пластиковые ручки, которые позволяют регулировать высоту самих мисок. Расцветка и качество металла немножко отличаются от стояков, которые представлены в фирме Trixie. У данного стояка есть антискользящая поверхность ножек, на которых он стоит. Единственное, что является неудобным, это вот такой вот винтик, который, если не приложить усилий, будет очень сложно закрутить. По сравнению со вторым стояком, который представлен в этом видео, данный винт закручивается очень сложно. В данном кадре представлен стояк с двумя мисками, который на сайте shinshilka.ua идет под кодом 0288. Хотим отметить, что стояки в данном видео предназначены для собак гигантских пород. Миски в данном стояке выполнены из нержавеющей стали, по объему они занимают 4,5 литра. На ножках подставок качественная эмаль, на мисках резиновое кольцо для уменьшения скольжения по полу и уменьшения шума от миски. Для удобства использования имеется штатив высотой 60 см. Отличие данного стояка от предыдущего и его схожесть со следующим заключается в вот такой вот пластиковой ручке, с помощью которого вы можете прикрепить основную стойку к подставке. Эта ручка очень легко откручивается и закручивается. Код данного стояка 8688. Материал мисок – нержавеющая сталь, но в отличие от предыдущих, по объему они занимают 4,1 литр, то есть они меньше. Штатив на данном стояке, в отличие от предыдущего, 40 см. В данном стояке имеется тоже пластиковая ручка, которая помогает прикрепить вот эту вот часть к вот этой вот. А также имеется удобный материал нескользящих ножек, который помогает вашему животному не двигать данную конструкцию. Делая вывод о конструкциях с мисками, представленных в данном видео, можно сказать, если вас интересует высота, а также объем мисок, вам нужно выбирать между первым и вторым стояком, представленным в данном видео. Если вам важен цвет, материал корпуса, а также удобство закруток, вам лучше выбирать между вторым и третьим стояком, которые есть в этом видео.